закружились в новогоднем марафоне и вспомнили, что в понедельник уже на работу, не волнуйтесь, в запасе есть целый день, чтобы настроиться на рабочий лад. Первым делом заметаем дома все следы праздников и принимаемся за генеральную уборку. Новогодние украшения и гирлянды свое отслужили, теперь их место в шкафу. Рабочая обстановка готова. Проверяем холодильник. Вкусно. Остатки прошлогодних салатов, торты и сладости – все выбрасываем. Диетологи говорят, клетчатка, овощи и фрукты – вот ваши лучшие помощники на первое время. И никаких жестких диет. Перейти на 4-5-разовый прием пищи. Объем пищи желательно был такой, чтобы он помещался в ладошки. Побольше зелени употребляйте. Заправка, конечно, должна быть уже не из майонеза, не из кетчупа, а это оливковое льняное масло или лимонный сок. Найти свою подтянутую форму под килограммами оливье поможет физическая активность. Не ленитесь потратить 10 минут на утреннюю зарядку, ну или хотя бы заменить лифт на лестницу. Полчаса элементарной прогулки на свежем воздухе, а лучше даже занятия активным спортом. Это то, что вас точно поможет вернуть форму. Поехали! Первый рабочий день не пытайтесь сделать невозможное. Совет психологов – любую задачу разделите на несколько маленьких, но многое зависит и от самих начальников. Идеальный вариант – сделать день лайт, когда мы можем провести совещание в более облегченном каком-то режиме, может быть, там, с чашкой кофе, и, может быть, начать с того, что там кто-то поделится какими-то впечатлениями. А готовы ли казанцы к работе? И есть ли у них свои рецепты, как подготовиться к будням? Тяжело. Сегодня вот первый раз проснулись рано утром, поэтому тихонько организм готовим. Это тяжеловато проходит, конечно. Но вот сейчас последние дня два сбросим, немножко побегаем, и все, в норму придет. Побольше гулять. Только прогулки. Да, прогулки, свежий воздух и дети. Цветы жизни. Буду спать, а утром я просто встану и отнесу себя на работу. И главное, ложитесь спать пораньше. 7-8 часов здорового сна вполне достаточно, чтобы чувствовать себя бодрым и отдохнувшим в течение всего дня. Наталья Мезина, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.